Сегодня первый день, так сказать, такой моей полноценной голодовки, которую я вчера объявила, потому что другого выхода, к сожалению, я не вижу. Еще одно новое резонансное дело об экстремизме, на этот раз в Москве, в городе арестованы участники, в общем-то, никому неизвестного движения «Новое величие», и обвиняют их в создании экстремистского сообщества. Анна Павликова – одна из фигурантов дела группы «Новое величие». Почему вы допустили так, чтобы ребенок вышел, совершил какие-то неправозащитные действия? Ваш ребенок совершал противоправные действия. Что все, начала сотрудничать, все, валит всех, и все. То есть прям раз свидетель, все, она готова стать свидетелем. Прям на ушко следователю. Все. Планировали организовать митинги, участвовать в митингах, делать акции прямого действия против сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, что его избивали руками и ногами по всему телу, ему еще в анальное отверстие вставили металлический молоток, который используется для отбития мяса, который был на кухне. Это делалось сотрудниками Росгвардии, которые участвовали в проведении обыска, и они его отводили на кухню. Мы не должны бояться! Мы должны бороться за своих детей, за свои права! Там провокация. Провокация, которая лежит в основе всего дела. Некий сотрудник, работник, который собрал, организовал, дал название. Он занимался абсолютно полностью платой арендованных помещений и использовал поддельные документы. Сейчас вы будете доставлены в отдел полиции «Китай-город» для дальнейшего разбирательства.